Сегодня у меня две покупки я совершила. Купила гиацинт. Вот такой вот. Тут, по-моему, три луковицы. Такой аромат на всю квартиру. Смотрите, какая красота. Подскажите, пожалуйста, что мне сейчас с ним сделать? Соцветие убрать? Или пусть он цветает? И такую купили новогоднюю ель. Надо сейчас в интернете загуглить, что с ней делать, как за ней ухаживать. Если кто-то знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Давно хотела ее себе приобрести, но сегодня выдался случай. И гиацинт. Кто на меня подписан, знает, что я много раз пыталась их развести, но все безуспешно. Они почему-то у меня даже не распускают бутоны, только цвет набирают.